много букв. Не хочется буквы читать. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, а мы продолжаем проходить с вами стрей. Мы, между прочим, сейчас, скорее всего, попремся в канализацию, чтобы найти отца Шеймуса. А что ты делаешь? Это меня так, надеюсь, ты меня так поддерживаешь, а не злишься. Вот, но чтобы найти его отца и оружие против зубков, нам нужно, получается, починить трекер. А у кого это сделать? Пока ведь не ясно, да? А чё, давай поговорим. Давай покажем его жителям трущоб. Может быть, они направят нас по правильному пути. Хорошо, без проблем. Давай с тобой поговорим. Может быть, ты что-то знаешь. Блин, вот тут так вот это вот вообще в разброс идет. Почему это не сортируется как-то банально? Что это за штука? Трекер? Ничего не знаю. Спроси в баре. Понятно. Окей, давай. Так, нет, подожди. Баржа где-то прям рядышком. Так, это Шеймус. Так, нет, бар совсем где-то рядом. Где-то, по-моему, он должен быть здесь. Да. Вот и бар. Ну, Муму покажем. Муму-то шарит. Не получается восстановить связь. Нашел что-нибудь интересное у Шеймуса? Да, трекер нашел, представляешь? Интересное устройство, но поломанное. Может, кто-нибудь в поселке поможет тебе? Ты спрашивал в баре? Так я в баре и спрашиваю. Вот дурачок. Окей, ладно. Так, что ты мне по этому трекеру скажешь? Какой красивый предмет. И редкий к тому же. Я знаю парня, который чинит подобные вещи. Он очень талантлив, просто немного... Ну, сам увидишь. Его зовут Элиот. Его офис находится слева отсюда, рядом с магазином, которым заведует бабушка. На двери повсюду висят таблички. А, окей, к программисту Элиоту, значит. Слушай, ну ты вот... Хотя ладно, господи, тоже бедолага. Он приема передатчик-то починить не может, поэтому... Какой из него чинитель трекеров? Правильно, правильно. Так, а бабушку мы видели. Дизайнер-бабушка там. Ладно, погнали. А, вот, по-моему, да? А, нет. А что это за... Какие-то недо-QR-коды? Так, смотри. Бабушка здесь. А Элиот должен быть прям где-то совсем... Поблизости. Рози, а ты чё? Значит, если сегодня, то вчера... А, он мне это уже говорил, да. Средства? Пусть об заклад некоторые немало... Ну, понятно, короче, это можно, видимо, перепродать как-то, перекупить. Лады. Так, стопэ, подожди. Шеймус. Блин, надо как-то не... О! Ну-ка, это чё? Я даже, кстати, не заметил. Покойтесь с миром, люди. Люди были первыми обитателями этих мест. Похоже, они все мертвы. Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, что это глупый вопрос с моей стороны, но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, что смерть значит для искусственного интеллекта. Прости, не хотел портить настроение. Пошли дальше. Так, закрыли. Закрыли какую-то вещь, окей. Так. Перевести нельзя. Так, что-то я чуть-чуть, ребята, шушуть заблудился. Так, блин, бабка здесь. Опа. А ты чё? Ты чё доебался? Слышь? Мяу. Может, это он? А, да. Окей, окей. Погнали постучим. Ну, типа. Пускай открывает. Ну, мы уже у него были, мы уже, как говорится, все знаем, все шарим. Да. Ну что, чини передатчик. Так, давай. О, отличный трекер, я знаю эту модель. Это Тахима BR-2000. С помощью этого маленького гаджета можно отследить любого. Можно? Я знаю, как его починить, но когда я... Так дрожу, я даже клавиатурой пользоваться не могу. Не знаю, заболел я или что-то еще, но я чувствую себя неважно. Я не могу работать, когда так дрожу.
Думаю, мне нужно одеяло, чтобы я мог починить трекер. Так у тебя вот тут, господи. Бери, не хочу. В ковер закутайся. Тоже тепло. Ой, такие вы, конечно, работяги, блин. Несуразные. Я кошка, кошка маленькая. Маленькая, блин, кошка. Знает и разбирается в ситуации лучше, чем вы все вместе взятые, елки-палки. Такие беспомощные вообще эти роботы. Одеяло. Ну, бабуське, наверное, надо. Бабуську. Бабуська сошьет нам одеяло, поди. Так. А чё кью? Окей. Смотри-ка. Так, немножко залагали. Так, давай поговорим. Я очень люблю вязать. Я уже связала... А, ну да, ты это говорила уже. Так, если принесешь мне кусок электрического кабеля, я смогу сделать тебе пончо. Ты меня вдохновляешь. Но найти подходящие материалы здесь нелегко. Ага. Так, чтобы, короче, получить пончо, нужно электрические кабели. А где найти их? Бабушка может что-то придумать, если мы достанем кабели. Следует трущобы, надо найти кого-то, кто продает кабели. А, я знаю, кто их продает. Слушайте. Пошла экономика, кстати, в расход. Так. Мне нужно на центральную улицу, так называемую. Там, как говорится, живет продаван. И у него, мы поди, ничего ты исполняешь. Монах. Окей. Купим, короче, кабели. Здорово. Блин, у меня один энергетик, да? Так, лучше на рынке кабели. А, намочу средство спирит. А, окей, у меня оно есть. У меня оно есть. Вот, держи. Сюда кабель. Найс. Так, а чё ноты давай? Это ноты. Ну да, давай купим. Чё, у нас почти все ноты есть. Так, 4 из 8, хорошо. Так, и вот еще это можно, да, у него купить? Сколько? 3 банки энергетика. Ну ладно, потом купим. Это, возможно, какое-то воспоминание. Ну а что тут еще как бы мне пригодится? Мне тут больше, скорее всего, ничего и не нужно будет в этом плане. Ноты нашли, окей, потом еще поищем ноты. Ну, ноты, кстати, на самом деле очень легко ищутся. Я думаю, что мы их все найдем. Даже там, если какую-то одну не найдем, то... загуглю просто, где их искать. Сейчас-то пока не буду, естественно, и, скорее всего, все найдутся. Ну, чтобы сильно там время много не тратить, не бегать там. Если прям совсем она будет где-то запреныкана, то... В общем, думаю, что... Да что ты моросишь, не мороси. А, так, кабель взял. А, кабель взял, все, идем. Да ёпона мама, ну ты смотри под ноги, куда ты идешь. Так, а мы идем к бабке. А мы идем к бабу. Опа, еще один энергетик. Давай. Опа. А еще, почему так нельзя сделать еще раз? Я бы еще раз залутал энергетик. Чисто бесконечная фармежка. Так, вот и бабушка. Давай. Эй, малыш, ты принес электрический кабель? Как ты прочитал, как это, как заводило какое-то, это же бабушка. Благодарю, мой дорогой. Я немедленно приступлю к работе. Ага. Да ладно, показали бы, как она это хреначит. Быстро. У нее же скрипты жесткие. Держи, малыш. Оно тебе отлично подойдет. Хорошо. Сюда, понча. Так, лады. Обратно к Элиоту. Но я вот до сих пор как-то так, честно говоря, не особо помню, вот как к нему идти. Я вот уже... забыл по факту. Программист Элиот там. Бабушка. А, так вот он, елки. Что-то я это, ага. Он прям совсем здесь. Просто дверка такая неприметная, и поэтому... Так, давай, пускай уже быстрее. Пойдем. Согреем программиста. Не волнуйся, со мной трекер безопасности. Ну и... А, блядь, я как бабушка озвучиваю. Но я не могу работать, пока у меня не будет одежды, чтобы согреться. Так, давай. Понча.
О, где ты это нашел? Выглядит просто потрясающе. Дай-ка примерю. Да без боя. Вот не стали разрабы заморачиваться с анимациями, такие сразу раз и все. Склейка. Ну а чё? Смотри, дрожь пропала. Я снова могу работать. Спасибо, теперь я точно смогу починить твой трекер. Дай взглянуть, просто нужно обновить и... еще кое-что. Вуаля! Сюда. Ну вот, малыш, надеюсь, ты найдешь того, кого ищешь. Удачи. Ну, нормал домба. Так, мне к Момо или чё? Момо уже как бы... типа, мы дела уже... А, смотри-ка. Окей, он дверь открывает все-таки. Ладно, дурак. А, мы же сейчас уже не с Момо, получается, дела ведем, а с этим. С... как его? Шеймер. Блин, забыл, как его зовут. Шеймар. Ну, короче, вот этот чел, которого батя ученый. Блин, а вот он, все, нашли. Чё такое? Что ты за голову хватаешься? Тебе удалось починить трекер? Да, вот он. Получилось? Ты его починил, молодец. Давай сюда. Ну-ка. Так. Опа, вот это тоже хорошее превью. Алло, ну как там с деньгами? С какими деньгами? Ну, которые я вложил. Есть сигнал. Неужели папа действительно жив? Не могу в это поверить. Будем следовать трекеру. Может быть, так мы найдем папу. Ну, давай. Ну, как говорится, у нас у всех свои мотивы. Ты ищешь батю, я ищу оружие. Как говорится, все в плюсе. А что, побыстрее скандыбать не можешь? Типа, мы никуда не торопимся, что ли? Или что? Ну, видимо, да. Чел никак это оттереть не может. Во, бедолага. Опа. А, не, ладно, мне показалось. Мне показалось, что как будто что-то можно залутать. Neko Planet. Ну да, видишь, никто не обслуживает эту шляпу, она уже вся в багах. Хотя, работает все равно. Вот кто электричество поддерживает? Вот мне вот очень интересно, вот рассказывали бы побольше там о мире, это же как-то, ну, создает картину всеобщую, экспириенса игрового. Вот в чем дело. Ну вот, он действительно ушел из трущоб. Там опасно, но я должен быть уверен. Мне нужно знать. Вперед. Окей. Погнали в канализацию. Ну ты-то можешь не лезть. Мне как бы все равно. Ого. Ну там, видишь, все, короче, это... зурками. Отравлено. Абсолютно. Нормально мы вытащим всю эту ситуацию. Ничего страшного. Так. И с нами попёрся. Да я бы тебе сказал там что с батей твоим, господи. Я бы его и привел обратно. Ты-то что тут? А, ты мне сейчас дверь откроешь. Только посмотри на все эти яйца зурков. Они же нас сожрут. Нет, я не могу. Не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Вот, возьми этот значок. Папа его узнает. Он поймет, что ты друг. Значок аутсайдера, между прочим. Я открою тебе дверь. Давай. Пупи-папи-пупи-пу. Погнали. Господи. Мне просто показалось, что дождь как будто пошел, но мы уже под куполом. Какой там может быть дождь? Блин, вот тут столько всего, возможно, есть. Я просто хрен знает, попаду ли я еще раз сюда. В город-то ладно. Город-то мы еще можем облутать, а вот это место фиг его знает. Смотри, какая огромная стена. Я помню, это был символ, отделяющий жителей трущоб от жителей Мидтауна.
Это и тот факт, что они продолжали бросать сюда свой мусор. Это ужасно. Может быть, именно поэтому у них ничего не получилось. А у нас типа получилось? Ну, видимо, да. Ну, как говорится, расслоение общества, все дела. Знаем, проходили. Тупик. Ага, вот и Зурки, ну ничего. За спидранием мальца. Котейка же у нас не отстает. Не устает, точнее. Но и можем как бы рашить и рашить постоянно. Подожди, кстати, я вот хочу сюда смотаться. Может, здесь что-нибудь будет? Блять, здесь ничего не будет. Тихо. Мяу. Не, ну я хотел проверить, мало ли. Какую-нибудь секретку найдем. Но здесь, видимо, нужно просто бежать. Бежать и не оглядываться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Как до хрена? Так ожрите. Блин, так если они жрут металл, они этот нахрен весь город сожрут. Они все балки, все перекрытия сожрут и так далее. Это же вообще бесконтрольный бред. Скажем так. Они тут все сожрут. Вообще абсолютно ведь. Понял. Опа. А, ну и все. И еще раз так. Оп. Трубы все пожрут, все затопит. Все, вообще в негодность придет капитальную. Почему они вот не пожирают? Главное, за какими-то такими движущимися предметами они... Окей. Небольшой экшончик. Кстати, тоже прибью. Ты в порядке? Ничего себе падение. Дом должен быть где-то рядом, осталось совсем немного. Так, это у нас получается 7-я, да, жизнь? А, ну я опять хромаю. Да, слушайте, реально 7-я жизнь. Точнее, не 7-я, а 2-я жизнь потрачена. Осталось 7. Нормас. Да куда ты прыгаешь? Ну, ёлы-палы. Так. Опа. Куда? Ага. Все понятно. Понятно, принято. Блин, а здесь может что-нибудь есть? Нет? Подождите. А здесь тогда что? Это наверх куда-то? Слушайте, там походу не батя, а там какой-то доп. Ладно, давай доп этот исследуем. Почему нет? Ладно, это не док. Ученый, на которого я раньше работал, всегда говорил, что после выхода на пенсию хочет жить в маленьком загородном доме и рыбачить целыми днями. Конечно, в городе это было невозможно, поэтому это никому не удавалось в течение как минимум 100 лет. А что если, когда доберемся до Уотсайда, то найдем себе маленький дом с удочкой и кучей книг? Это то, чего так хотел ученый. Но сначала мы должны найти Дока. Окей. Блин, вот эти вот две пропустил. Где-то ведь они есть. Но одна по-любому где-то в городе заныкана. Может, и две в городе заныканы. Я не знаю. Ну, посмотрим. По возможности, в любом случае, вы знаете, я по возможности все нахожу. Все равно. Так, тут какие-то исследования, слушай, проводились. Тут у нас что-то есть? Как будто ни хрена, честно говоря. Ладно. Проводки. Ой, тут прям... А, ну они, видишь, все сбежали просто отсюда. Энергосик ты мне не дашь. Печалька. Без энергосика, конечно, печалька. Все просто ультра заражено. Все в этой бацилле жесточайшей. Ага. Окей. Ладно, погнали. Опа. Зурки тусят в клетках.
Это, походу, слушайте, убежище ученого, этого Дока. Мне почему-то так кажется. Ну, у кого еще здесь могут быть зурки в клетках? Че, он помер, не помер? Опа! Живой. Вот это превью. Эй! Погоди, ты не зурк? Кто ты? На тебе мой значок. Откуда он у тебя? Я послал мой сын? О, Шеймус, мой умный мальчик. Я здесь один уже целую вечность. Пришел сюда, чтобы протестировать дефлюксор. Но все прошло не по плану. Как я хочу вернуться домой. Я очень скучаю по сыну. Если хочешь, можешь смотреть дом, но я понятия не имею, как выбраться из этого места. Ну да. Что это? 12. Я видел людей в таких костюмах. Они были маленькими, постоянно бегали вокруг и шумели. О, да, теперь я вспомнил, это были дети. С ними улицы казались гораздо более оживленными. Несмотря на трудности, которые они приносили, взрослые, казалось, их очень любили. Док говорит, что скучает по Шеймусу. Это то же самое? Ну да, кстати. Он же... Они... А как они могут быть сыном и отцом? Киквейт? Как они воспроизводятся? Ну, он, наверное, создал его, разработал. Почему нет? Он же ученый, в принципе. Ну, что ты там? Мы в ловушке, зурки нападут, как только мы отсюда выйдем. Ну так дай мне сделать грязь, мужичок. В чем проблема твоя? Зачем? Так, книги, книги, как бы... Ну, слушайте, здесь как будто больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Ага, розетки. Ну я-то могу здесь шастать и ходить. В чем проблема? А, я отсюда не выберусь. Ага. А что ты так, ты пушку испытал, нет? Есть какая-то информация по этому поводу? Про пушку вообще сейчас ноль дуфы. Сын сыном, а пушку-то... Пушку-то нужно... Так-то, если что. Держу в курсе. Ладно. Чуть-чуть подербанили. Ну, хуже не станет, как бы. А, вот и пушка, кстати. И чё? Эй, осторожнее здесь с флюксором. При полном заряде он взрывает зурков, как конфетки. Для работы этой крошки требуется 1,21 гигаватта электричества. Нихуя себе. Единственный источник энергии, способный его создать, это генератор за домом. Проблема в том, что он не запускается. Наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что все вокруг кишит зурками, выйти в наружу, чтобы его починить, для меня слишком опасно. А, знаю я эту песню, кстати, где-то слышал, по-моему. Я не такой быстрый, как ты. Если доберешься до генератора и заменишь предохранитель, я смогу перезарядить дефлюксор. Иди за мной, я покажу, что делать. Давай. Я-то всегда за. Я за любой кипиш, за любую движуху. Без проблем. Погнали. Так. И че? А, ну ты мне просто окно откроешь, да? Просто лучший. Вот, держи предохранитель. Он совершенно новый. Генератор включается громко, так что жди зурков. Как только починишь генератор, я смогу зарядить и отпустить дефлюксор. Перезапустить, видимо. Следуй за этим кабелем. Замени предохранитель и возвращайся. Удачи. Как будто, кстати, вот он говорит без, ну, бессвязную вообще штуку, но как будто он сказал good luck. Типа в конце удачи. Ну ладно. Так, окей, идем по проводу. Ну, звуков, кстати, пока нет, между прочим. Но сейчас заработает, запустится, как бы, да, и они, возможно, понабегут. Я думал, предохранитель нужно будет вставить в этот, в излучатель, дефлюксор. А это сюда нужно бахнуть. Окей. О, вот это превью. Вот это, ребята, точно было превью. Стопудово. Ну чё, ждем беды? О, повысирались. Да ты чё? Прикол.
А, найс. Да ёптала мене. Так, ладно, погнали еще по проводу дальше. А он как, он портативный, не портативный? Я что-то немножко не понимаю. Мне как-то по-любому он у меня будет. Вопли радости. Отлично, ты включил генератор. Видел, какая мощная штука этот дефлюксор? Он точно поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, я смогу установить дефлюксор на твой дрон. Вот, об этом я и говорил. А как его питать там или похер, типа он так будет работать? Без конца и без края. Ну-ка. Пи-пи-пу-пи-па-пи-пу. Сработало. Дефлюксор установлен на твоем модном дроне. Он не предназначен для работы от такого маленького источника питания. Если использовать его слишком часто, он может сломаться. Только помни, это не игрушка. А теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой, сын. Так. То есть, короче, грубо говоря, как мне его юзать? Расскажите хоть. Ну, это просто фонарик. 4-5. Один просто поговорить. Так, это понятно. Ну ладно, видимо, научат нас им управлять. Давай. Вместе пойдем. Ну и чё, как им управлять так, уху? Расскажешь? Уху дашь? Уничтожь всех звуков, чтобы мы смогли пройти. Так, удерживайте. А, и все, ждем охлаждения. Окей. Ух ты, отлично работает. Но, как я и подозревал, он может перегреться. Если это произойдет, дай ему немного остыть. Надеюсь, этого хватит, чтобы добраться до поселка. Все, я понял. Механика мне предельно понятна и ясна. Кстати, на левую кнопку он вроде всегда фонарик включал. Ну, а сейчас, видимо... А, нет, реально включает фонарик. Короче, и так можно. Все. Понятно. Переключатель не работает. Похоже, электричество отключено. Ага. Так, давай включу, в чем проблема. Провод вижу. Во! Бочка была. Вот и бочечка. Так, вот эту вот мы бочку бахаем сюда. Опа. А эту вот сюда. Изи. Легчайшие головоломусы. Что-то пытается там починить, смотри. Нормально сейчас, блин, кошка-гений разберется. 500 миллионов IQ у кошка. Так, не укатывайся тут. Опа. Нормас. Ага. Да блин. Вот жалко, что на левую кнопку он, этот фонарик не выключается. Он просто включается и все. Ага. Какая жалость. Опа, перегрелся. Смотри, ждем. Ну найс, он так-то быстро восстанавливается. На самом деле. Поэтому. Нормал домба. Ой, блядь. Слышь. Ему чуть пизды не дали. Да ёкало мене. Блядь, чуть-чуть. Тихо, аккуратно. Аккуратненько. Блядь, за жепу схватил. А, они прям надуваются и бахают, короче. Я понял. Фу, пронесло. Пошли домой. Погнали. Побыстрее-то побежишь, нет? Ну хотя да, он боится же, он боится зурков. Нифига они просто беспомощные. Хотя сейчас, между прочим, ученый придет и все, и испытают они эту штуку, это оружие. Точнее, оно уже испытанное, оно уже показало свою эффективность. Блин, им надо, короче, все это очищать. Это просто, блядь, ультрафиолетом просто всех светить.
А вообще в идеале, знаете, как им просто вместо вот этих всех лампочек поставить вот эти вот, этот спектр световой. И все, из руки просто не смогут физически жить рядом с ними. Роботам же вообще пофиг, какой свет. Я думаю, что да. Опа. Пу-пу-пу. Встречайте, елки-палки. Так, ребят. Вот это превью. Вот это точно превью. Да. Это оно. Блин, столько превьюшек в одном ролике, пипец. Заживут, ребят, сейчас заживут, нормас. По кайфу. И чё? Спасибо, что спас Дока, маленький друг. Приятно видеть, что Шеймус больше не одинок. Теперь мы знаем, что может, что можем дать отпор звукам. Он может ждать тебя в канализации. А, у канализации. Окей. Док и Шеймус выглядят счастливыми. Кажется, мы с тобой сделали хорошее дело. Но мы на самом деле колоссальное дело сделали. Мы дали людям, дали роботам, точнее, способ жить спокойно и не бояться зурков и уничтожать их, по факту. Вот, и нам нужно сейчас, получается, возвращаться к Момо. Но к Момо мы вернемся в следующей серии. А вам большое спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели. Если понравилось, то подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данный видос. Вот. А мы с вами встретимся в следующей серии прохождения Стрея, в других играх и на моих стримах. Всем ба-бай.